Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 129 тысяч километров. Заменю на этом автомобиле задние втулки стабилизатора. Втулки взяли оригинал. Поднимаю автомобиль и откручиваю скобы крепления втулок. Поднял автомобиль. Вот у нас за пыльником привода нижнее крепление втулки стабилизатора с одной стороны. И также вот оно, крепление с другой стороны. Ну а верхнее еще выше и неудобней. Поэтому здесь чуть-чуть придется с верхним подлазить, изгаляться. Гайка на 17. А вверху попробую подлезть с помощью вот такого карданчика для пневмопистолета. И трещотка с удлинителем. Чуть надо подлиннее удлинитель, где-то на 60 примерно, потому что сотка большая, упирается подрамник и не дает подлезть. Длинную головку возьмем. Вот удлиненная головка. Попробую с ней, наверное, удобнее будет. Все. И можно снимать скобу. Ну, довольно-таки втулка. Задние не маленьких размеров. Здесь он даже по скобе видно, уже втулка в скобе она била. Не скажу, что она мертвая, но уже выработанная. Берем новую втулку. Новую втулку беру оригинальную. 48 818 42 010. Но есть разница. Эта втулка была разрезана снизу, а эта втулка разрезана сбоку. Внешние втулки одинаковые. Ну, здесь диаметр видно чуть-чуть поменьше. Все-таки это набито было. 22 миллиметра, 22 миллиметра. Смазываю немножко внутри смазкой Фэби. Для сборки суппортов 31 942. Буквально чуть-чуть, чтобы не было скрипов.
Пока у меня скоба снята, смажу шпильки. Если нижнюю шпильку здесь можно побрызгать, смазать, то верхнюю шпильку буду мазать через палец, наносить на палец и добираться до нее. Надеваю втулку, одеваю прорезью вниз. Одеваю скобу. И наживляю гайки. Теперь можно затягивать. Обе гайки затянул. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Здесь мешает труба глушителя, но здесь нет подушки крепления редуктора. Здесь подушка есть, здесь подушки нет. Вот он. И здесь можно с помощью удлинителя и карданчика подобраться к верхней гайке. Вот и все. С одной стороны неудобно, а с другой стороны удобно. Так что не всегда все так плохо, как на первый взгляд. Ну, эту гайку также перечеточным ключом. Thank you.
Также берем вторую втулку, смазываем и устанавливаем. Все, верхнюю гайку затянул. Остается подтянуть только нижнюю гайку. Вот и все. Втулки с заднего стабилизатора я заменил. Всего вам доброго.